подарки приносили, собирались гости на банкет. Ой-вей! Все знакомые сходили, все подарки приносили, собирались гости на банкет. Лёва был хозяин дома, его морда всем знакома, бакалейщик Лёва Шнайденман. Собрались аристократы, были все они богаты, беден был Решиванов Виван. Собрались аристократы, были все они богаты, беден был Решиванов Виван. Был Авраам и Сахар Треста, с ним пришла его невеста, Сара с толстым задом за собой. Рабинович был горбатый, с ним пришли четыре брата, Иванов пришел с чужой женой. Ой-ой! Рабинович был горбатый, с ним пришли четыре брата, Иванов пришел с чужой женой. Рядом пот со всех катился градом, Лёва сердцем чувствовал беду. И решил себя не мучить, крикнул он: подайте кушать, и на стол всем подали еду. И решил себя не мучить, крикнул он: подайте кушать, и на стол всем подали еду. А там было угощение и печенье, и варенье от акулы, жареный пупок, соловьиные яички, две зажаренные птички и морковный яблочный пирог. Вот-вот. Соловьиные яички, две зажаренные птички и морковный яблочный пирог. Был ликер из южных штатов, шесть сортов динатурата, выставил одесский ресторан. Было там вино, улыбка, были сигареты, шибко Иванов принес пустой стакан. Сигареты шибко Иванов принес пустой стакан. Вскоре гости позабыли, что они в чужой квартире, под столом в углу лежал Иван. Все сожрали, все допили, всю посуду перебили, а хозяйки дали по зубам. Сожрали, все допили, всю посуду перебили, а хозяйки дали по зубам. Лёва долго не решался, сомневался, опасался, подсчитал и сразу в суд подал, что видали по заслугам всем его друзьям, подругам, чтоб не плакал Иванов Иван. Что видали по заслугам всем его друзьям, подругам, чтоб не плакал Иванов Иван. Судьи рассудили ясно, гости к драке не причастны, бил хозяйку лишь один Иван. Все довольные остались, снова к Лёве все подарят Иванова прямо в Магадан. Все довольные остались, снова к Лёве все подарят Иванова прямо в Магадан.